Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя Сила Порталов. Ну что, у нас магма-мир. И мы продолжаем. Остановились мы с тобой вот здесь, да? А тут мы, кстати, не забрали или забрали костюм? Вот я не помню. Вот как вот понять, забрали мы костюм или нет? Ладно. Седьмой у нас с тобой уровень. Так, Рафаэль и Донателло имеют такие костюмы. Блин, я вот не знаю, может быть, нам все-таки поменять. Да ничего мы менять не будем, погнали. Оставим все как есть. Если каменный воин раскален, то атака на него от Мизару и у черепашки. Понятно. Надеюсь, они не будут раскаленными здесь. Так, мы играем за Лео. Ты испекся. Так, тихо, ребята, без меня. Без меня там давайте не чудите. Ну-ка. Ох, уходим. Уходим, говорю. Блин, вот самое удивительное, что... Так, давай что-нибудь там, суперудар какой-нибудь. Есть. Замечательно. Уходим. Так, пицца. Вот это замечательно, ребята. Вот это вот хорошо. Так, эти мелкие тоже, конечно, землю поджигают. Давай, бомбим. Так, повеселимся. Идет. Готов, нет? Готов. Он еще рассыпается вот на этих мелких големов, который, когда погибает, тоже оставляет после себя огненную лужу. Погнали. Так, я пока отвлекаю, ребята, как могу. Будет танцевать, чувак, или нет? Не вижу я, чтобы он танцевал. Камень сильнее черепахи. Базар тебе нужен. Уходим. Отойдем. Твою налево в этой луже лавы. Отойдите. Вот они стоят и тупо, ребята, ждут, пока по ним нанесут урон. Это бред. Причем я за них не могу контролировать что-то, понимаешь? Они сами по себе. Самое время для буякаша. Самое время, говорит. Так, что у нас тут? Ничего нет, абсолютно. Чего вы там бубните? Я вам сейчас... Ну-ка, суперудар. Так, нормуль. Все хорошо. Так, следующий портал. Сразу рубашим и здесь. Блин, клан Фуду все ребята вышли. Там хоть кто-нибудь что-нибудь будет делать сегодня или нет? Давай, рубанули. Уходим. Третий портал. Так. Кто-нибудь что-нибудь сделает? Давай, поехали суперударом тогда, фиг с ним. Game over. А это точно game over. Ну все, вперед! Что тут? Так. Дай-ка я попробую сыграть. Пускай они тут постоят, немножко потанцуют. Каменные големы, такие пальчик вверх с огненными пальцами. Так, погнали. Сразу же, как говорится, на горяченькую, да? Разберем их всех. Че? Да, в том же ритме. В том же ритме, да, говорит. Так, что у нас тут? Портал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои.
Тут уже все намного хуже. Тут церадоны эти вышли. Ты посмотри, что творит, а? Да отойди ты, блин. Успели? Успели забомбить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, этот еще и стреляет, ко всему прочему. Так, отходим, отходим, отходим. Да ты достал меня там бить. Так, отойди. Давай попробуем влезть в суперудар. Будут плясать они? Я на это очень сильно надеюсь. Надеюсь, что это вообще последние противники. Отведай вкус моих врагов. Дело сделано. Отлично, ребята. Фух. Да, мы получаем всего лишь одну ячейку, но это фиг с ним, ребята. Главное, что мы прошли. Так, погнали. Мы бежим с тобой в следующий телепорт. Комбо сбрасывания. Так, а, сбрасывается, когда черепашек пропускает удар. Так, а здесь у нас будет новый костюмчик. Погнали. А там уже и до Рокстеди, как говорится, недалеко. Пицца халапеньо увеличивает ущерб от атак черепашек. Угу. Давай, давай, давай с этими хлам. А, разберемся. Так, кланфутовцы появились. Вот же чары. Это по черепашье. Все, справились. Ребята, мне их даже жалко, говорит этот. Вылупляем. Конец игры, друг. Шикарно. Так, куда, куда, куда? Кавабанга. Есть контакт. Что нас поджидает дальше, интересно мне знать. Так, сфера там летела, видел? Ты испекся. О-о-о-о. Друзья мои, каменные големы, это плохо. Йок, макарек, уходи. Давай, 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 бьем. Лео, Лео, мне нужен. Не надо переключаться. Черепахи слишком сильны. Ну, для тебя возможно. Мы тебе не по зубам, парень. Он не спекся еще, ребят, не спекся. Так, готов, да? Готов. Так, эта мелочь пузатая тут еще бегает. Кто это там орет? Так, наверное, нам пора активировать суперудары. Дино-воин. Леонардо поднял, да? Так, это хорошо. Сейчас проверим. Ух, шикарно. Давай, 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 бомби их. У нас мало здоровья. Чертовски мало здоровья, ребят. Блин. Может, хорош уже?
Валим, валим, пинай, пинай его. Уходим. Твою дивизию. Погоди, у нас здесь нет, ребята, костюма, который давал бы нам возможность второй попытки. А у кого этот костюм, ты не помнишь? Так, это ж какой-то костюм должен быть. Подожди секунду. Сейчас проверим. Так, это закрыто. Это закрыто. Сейчас, 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 я посмотрю, ребят, сейчас скажу вам. Вот. Один раз за уровень. Лео, давай вернись. Мне нужен вот, да ё-моё, вот этот костюм. Все. Слушай, ну чертовски сложно, конечно, на самом деле. С этими каменными големами. Их нельзя еще бить, когда они красные. А черепашки мои их бьют. Вот как здесь сделать, а? Так, я что, Рафаэля взял? Теперь мы играем за Рафаэля, да? Ну ладно, хорошо. Кто-то бьет меня, этот мелкий, что ли? Окей. Давай, давай, давай. О, вот это по-нашему. Довольно. Погнали. Не понял, в чем проблема? Час и тикают, друзья. Часы тикают. Отведай наши лавы. Да зачем ты взял пиццу, придурок? Вот кто тебя просил сейчас брать пиццу, а? Вот непутевщина-то где, а? Так, в минус. Ух, хорошо-то как было. Кто-нибудь удар там сделает? Уходим. Давай, 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 пробиваем его. Уходи. Так, иди сюда, олух. Мелкий бегает уже. И я с закрытыми глазами с ними справлюсь. Поехали. Супер удар у нас есть. И это круто. Так, а что у нас вот тут лежит? Воу, пицца. Вот зачем я взял сам эту пиццу подобрал, а? Скажи-ка мне на милость. Ума не приложу. Ладно, плющим. Уходим. Посмотри, а. Раф, ну что ты тупишь-то, блин? Такое ощущение, что он сам играет, сам по себе. Давай, давай, кавабанга, делай. Так, мелкие, да? Так, с ними разберемся. Все? Все. Скорей, скорей. Так, а тут-то что нас поджидает? Воу-воу-воу-воу-воу. Поехали. Майки победит. О, пицца какая великолепная. Мороженая пицца так восполняет все суператаки. Ё-моё, нифига тут.
Такой трэш устроили. Во-во-во-во-во, тут смотри, чувак с пукалкой пришел. Бьем, бьем его, че улыбимся-то? Так ты чмошник, а, мелкий? Готовы вкусить моей нунчаковой ярости? Конечно, готовы. Вперед, вперед! Такой длинный уровень, офигеть. Что тут? Так, я понял. Замечательно. Ты-дыщ, вот это мы расколбасом устроили. Вот это я понимаю. Так, Рафаэль. Сам по себе дерется. Поехали, суперударом. Да ладно, он еще и выжил. Бомбим, бомбим. Так, есть, ребята. Две ячейки мы с тобой получаем, прикинь. Вот это круто, мы прошли. Вот это я понимаю. Настоящие черепашки. Так, ну что, друзья мои, мы идем с вами к Рокстеди прямиком. Собирай костюмы для каждой черепашки. Так, ну что, голубчик. Хе-хе. Ну, мне кажется, с первой попытки я его фиг пройду. Так, костюмчики я, наверное, ставлю такие, как у нас есть. Смотри, чтобы Рокстеди не сбил тебя на бегу. Он такой чаще, когда его силы на исходе. Ага, понял. То есть он будет таранить. Он будет нас таранить. Так, здесь разбираемся. Иди сюда. Да ё-моё, ну. Я офигею. Ну. Давай, давай, бомби. Чё за проблема-то, не понял я. Вы будете бить его сегодня или нет? Что, 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 что? Помогайте, помогайте, друзья мои. Е. Обожаю, когда вот так вот происходит все в кучу. У нас здоровья уже маловато, вот что я могу тебе сказать. Ну что, заколбасим или нет? Отлично. Преимущество явно на нашей стороне. Да как сказать? Мы слишком долго тут что-то копошились. Нам бы восстановить здоровье где-то. О, пицца. Пока трогать, наверное, не... Только хотел сказать, пока трогать не будем. И он уже ее схватил. Сейчас, черепах. Что это за звук такой? Понятно. Так, что он там? А, он веселится, да? Бьем, бьем, бьем. Вы что, ребята? Он же еще не добитый. Поехали. Супер атакой. Мне нравится быть черепахой. Так, иди сюда. Кажется, плохие парни кончились. Пошевеливайтесь. Так, слушай, куда-то мы вообще, ребят, с вами идем. Неужели у Рокстеди? Отведай наши лавы. Нет, ребята, это нифига не Рокстеди. Это у нас эти... Так, попробуем. Пиццы много не бывает.
Тут тяжело не согласиться. Бомби, бомби, бомби его. Ух. Так, нам нужно очень много здоровья оставить для того, чтобы Рокстеди еще подбить. Все? Нет, не все. Еще есть? Нет? Чудно. Пора выбираться отсюда. А вот тут уже, скорее всего, наверное, Рокстеди будет. Берегись, носорог весом в тонну. Силы рогатому не занимать. Ух ты, черепахи, зря вы в это сунулись. Прости, Рокстеди, неужели ты думал, что мы позволим тебе с кучкой ловок чудовища трицератонов разрушить Нью-Йорк? Так, ребят, я... Уходим. Черепахи станут плоскими. Танцует. Это наш шанс, ребята. Рафт, развернись ты, блин. Ох, ёх, Макарёк, что он тут вытворяет? Посмотри. Уходим. Он гранатами еще бросается, оказывается. Что-то он вообще разлютовался. Ты посмотри. Ё-моё. Вот это жесть. Вот это жесть. Так, ребят, ну что, увидимся уже на боссе. Так, ну что, друзья мои, давайте пытаться. Что у нас из этого получится? Так, бомбим его. Со своим разбегом достал уже, а? И что делает? Уходим, уходим, уходим. Попытаемся сделать суперудар. Угу. Так, когда он начинает разбег, лучше, ребята, издалека его бомбить. Да ну. Так, давай, 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 суперудары, все, что есть у нас. Попытаемся. Там чуть-чуть осталось, ребята. Есть. Это еще не конец, череп психи. Увидите, во что я превращу ваш драгоценный Нью-Йорк. Мне не нравится, как это звучит. Так, ну что, друзья мои, главное, что мы его прошли. Фух. Одна ячейка, правда, но ничего страшного. Слушай, сложный, конечно, был босс, но, как видишь, у нас получилось его налить. И, наверное, ты заметил, что костюмчики у меня были немножко другие, да? Так, и у нас открывается, по идее, следующий мир. И... Поймайте меня, глупцы! Это не конец, нет! Плохие парни уходят. Так, короче, опять же, Бакстер Муха, Рокстеди и Бибоп где-то тут, наверное, бегают. А, они тут будут все втроем? Воу! Так, это уже интересно. Искаженный Нью-Йорк. Хм, давай посмотрим. Что это за искаженный такой Нью-Йорк у нас? И почему он искаженный? Ну тут будет босс Шреддер, друзья мои. Шреддер? Ого. Это не Нью-Йорк. Что с ним случилось? О нет, Шреддер хочет исказить Нью-Йорк, смешав его с другими измерениями с помощью сфер. Клан Фуд. Что нам Клан Фуд? Позабавимся. Пицца Пауэр. Так, у нас суперспособности, да, все восстановились. И это хорошо.
Че это он бросает? Бомбу оглушаловку? Ну-ка, давай так сделаем. Отлично. Мы способны на большее. Так, ладно, двигаемся дальше. Действительно, тут все заморожено. И в то же время растения из юрского периода. Уху! Так, он не упал, он не погиб. Чем там бросает постоянно в нас, а? Так, давай его нахлобучим. Йоху! Иди отсюда. Так, подбили. Следующая партия. Клан футов. А ну-ка, пора врубить. Ух ты. Вот это я понимаю. Лео, зажги. Музончик. А что за шпроты еще тут? Пицца с анчоусами. Так, ладно, двигаемся дальше. Лео, пошли. А то он там заигрался у меня. Сирена. И чего? Оу. Леденяшки пришли. Вот это плохо. Сюда бы лавовый костюмчик. Вот, я думаю, было бы самое то. Пицца здоровья. Так, Донни, ты будешь поливать сегодня или нет? Вылупляем по полной программе. Шикарно. Портал. Опа. Сфера. Давай поднажмем. А что мы должны с этой сферой сделать? Она, по-моему, не уничтожается. Или мы ее подбили? Что-то я пропустил тот момент. Отвлекся на этого робота. Так, ладно, двигаемся дальше. Куда? Наверх? Ребята, сюда! Опа, опа. А, это... Я уже думал, кто там вылазит. Не признал тебе, Майки, не признал. Майки, ты что такой сумасшедший? Ты посмотри. Активировался парень. Посмотри. А, мы какие-то маленькие, но супер быстрые стали. Смотри. Маленькие, супер быстрые. Фига он там наяривает. Слушай, ну это круто. Нафиг я так сделал. Потратил супер удар на одного какого-то кланфутовца. Зря я так сделал. Кто следующий? Все, ребят, победа. Так, ну этот уровень, понятно, легкий. Мы получаем с тобой сколько? Три ячейки крэнгов. Круто. Так, на следующей карте у нас, по идее, должен быть новый костюм. Ну, может быть, не новый, но на кого-то он подойдет однозначно. Яростную атаку противника можно... А, невозможно отразить. Так... Слушай, я не знаю, может быть здесь все-таки взять нам... Давай, наверное, вот так вот. Если тут ледяные, да, чувачки? А вдруг сейчас, наоборот, будут огненные? Не знаю, надо проверять. Личная пицца повышает скорость черепах и уменьшает их в размерах. Ага, вот эту пиццу мы как раз с тобой и хавали. Так, отлично. Где там у нас лавовый чувачок? Бьекаша. Не расслабляемся, ребята.
Бомбашим, бомбашим их. Все, что ли? Нет, не все. Поехали, суператака. Тут и оно. Зря ты сюда пришел, кланфутовец. Так, это что у нас? Это у нас скиллы, да? Откатывает. Так, эту пиццу надо взять. Пицца с анчоусами. Охладись немного. О-о-о, что-то тут мне не нравится. Что такое? Шикарно. О, круто, новая экипировка. Космический костюм, ребят, нашли. Донни. Ребята, вот и Донни Космос у нас тут. Все узнали его, да? Конечно, все. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, пока они тут веселятся, найду их бомбить. Зачем ты подставляешься? Зачем вы... Уходим! Почему же вы не отходите, а? Когда это так нужно и необходимо. Ё-моё. Так, этот камень еще жив. С ног его... Блин, еще один. Уходим. Есть, успели. Давай, 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 давай. А почему супер... Я же суператаку собирался делать. Промахнулся, придурок. Блин, нужна пицца, срочно причем. О, больше нет. Блин, у нас здоровья нет. Вот что у нас нет. Это беда. Ну, прыжок. Вот так вот. Вообще ни одной пиццы нет. Сила черепах. Это ёпарасоте. Танцует? Танцует. А что делает Донни Космос? Ого! Ничего себе! Супер удар, да, конечно же. Фух. Слушай, прикольный удар у Донателло Космоса. Мне понравился. Опа, а это узнаю я этих ребятулек. Это же те самые кланфутовцы с пилами. Не понял, а что это им? Им что, по барабану что ли на мои атаки? Да быть такого не может. Так, еще вышел. А там что? Бомбочку бросает, ребята, бомбочку бросает. Ой-ой-ой-ой-ой, как же так-то? На бис. Блин, у нас мало здоровья. Давай, давай, подбили. Фух. Справились, друзья мои. Ну, очень сложно. Летит. Фух. Да, с каждым уровнем все сложнее, сложнее и сложнее. Так, ну что, друзья мои.
На этой ноте, наверное, мы с вами закончим эту серию. А на следующем мы с тобой опять сразимся с мухой. Плюс получим новый костюм, надеюсь. Потом у нас там будет бибоп и опять же рокстеди. Но это уже будет в следующих сериях. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.